мобильный оператор номер один. Добро пожаловать в мир. Так, что? Что за вопрос? Ну да. Так можно было? Конечно, как же нет. А у вас что, очень сырая почва? Я первый раз слышу про красный кирпич на кирпич. Здесь самое главное... Береги руку. Ксения, береги руку. Ты себя чувствовала комфортно. А сюда входит все. И здоровье, да. И хорошее настроение. И денег побольше. И денег обязательно. Да как иначе, у нас так их много. Поделись. Да, ладно. Чтобы у тебя было все благополучно, mm-hmm. Чтобы спасибо, все Иришка. Проблемы остались в прошлом твоем году. У тебя сейчас Новый год начинается. Mm-hmm. Да. Кошмар. Так что, с Новым годом. Так держать. Ура! С днем рождения! Ура! Спасибо. Ура! Ура! Так. Ага, дочь наша звонит. Помощь! И выпить. Девушка с собой не стёкнулась. Ага. Да. Завелись. Васенька, у тебя трос. Знаешь, вот как... Идёт и Блока читает, да? Ты видел? Да. Она сидела, Блока читала. Она сидела и вслух, и все так смотрят так на нее. Но никто не аплодировал, потому что она периодически повторялась. Ты как ее разукрасила, я сразу подумал о Блоке. Он же постоянно чёрный. Она читала, да. На ногах не стоит человек, кость тяжко. Нет, я слышал это фонарь этот с фонарем. Ну да. Ночь аптека, фонарь. И она повторялась, она очень много повторялась. И понятно, что у нее что-то с головой не все в порядке. Но все воспринимали нормально. Может, это припев? Да. Все хором, да? Это знаешь, ты говоришь, что такое шляпе. Я, значит, это, ну, на восстание работаю, спускаюсь. Там какие-то эти, вот такие все, вот такие лохматые, думаю, боже, ну с кем же я еду? Потом, значит, выхожу на платформу, там еще что-то. Ну, и сажусь в поезд ехать. Потом я ехал почему-то в сторону гражданки. Напротив меня сидит мадам, у него здесь вот, значит, мне показалась татуировка, но она еще была с этими, со всякими стразами. Вот здесь вот у нее набита всякая херня, вот так вот у нее там всякие эти штучки идут. Мадам где-то, ну, там, 50 такая, она у нас сидела, вся такая неконитая, она высокого вдохновения. А мы тут такие вот землинные пришли. Слушай, вот как хорошо ездить в метро иногда. Я такие лица вижу, ребята, вы не представляете. Но мы не ездим в метро, да? Вот, вы не ездите. Здесь не увидишь, да? Это что? Это такие лица есть. Ира, ну вот лучше всего в понедельник не ездить. От мужиков такой выхлоп идет, и думаешь, так, этот вроде коньяк пил, так, этот с джином закончил, так, этот еще с чем-то. От них вообще так, ну, ладно бы еще и добре. Есть такое. А летом... Но я что-то коньяк ни разу не попадался мне. Все больше какой-то... А летом это вообще, какой-то. То есть народ забывает, что такой дезодорант, и он так поднимает руку, и говорит, мужчина, опустили бы вы лучше руку, а я уже не могу стоять. Это такой ванизм, это ужас. Зато натурально. Ну, давайте не будем об этом. А грустно мне будет.